Очень рады, что мы находимся наконец-то. Мы добрались со своим самым последним оборудованием нашего производителя в санатории Карпаты. И я точно могу сказать с уверенностью, что те два аппарата, те две технологии, которые мы привезли, это аппарат супериндуктивная система, это он же аппарат направленная, аппарат супериндуктивная система магнит высокой интенсивности, и второй аппарат это лазер высокой интенсивности вместе с роботизированной системой мощностью 30 Вт. В этой области это уникальные аппараты, это единственные аппараты в единичном экземпляре, которые находятся и будут стоять, и, надеюсь, будут очень востребованы в санатории Карпаты. И я скажу, что на всей правобережной Украине это, опять-таки же, единичные аппараты, которые находятся в этом санатории. Если немножечко рассказать об этих двух аппаратах, что они дают, для чего они используются. Аппарат BTL-6000 SIS, он же супериндуктивная система, это аппарат электромагнитная терапия, это магнит высокой интенсивности, который дает мощность на выходе в районе 2,5 Тесла. То есть для примера даже больше, чем сам МРТ, если вы знаете, диагностический аппарат. Что это нам позволяет, дает на выходе? Благодаря высокой интенсивности электромагнитное поле приводит в действие любую группу мышц, любую мышцу, как бы глубоко она ни находилась, где она ни находилась и в какой области. И, конечно же, этот аппарат сейчас в связи с пандемией, в связи с вирусом COVID и так далее, очень широко набрал оборотов и используется в реабилитации ковидных больных, соответственно, при спастичности, при сжатости вот грудной клетки, при, если нам нужно ее восстановить, расширить. Также, конечно же, этот аппарат широко используется в опорно-двигательной системе, в принципе, где нам нужно работать с любыми мышцами, с любыми суставами, со спастичностью, с заживлениями переломов. Этот аппарат в спортивной травме сокращает период реабилитации с 21 дня где-то в районе до 10 дней. То есть это очень колоссальный результат, который мы имеем на данный момент. Это передовой аппарат по реабилитации вообще в мире, в Европе. Это номер один сейчас считается в области реабилитации, поэтому мы очень рады, что наконец-то и в Украине, конечно, не в большом количестве, но тем не менее эти аппараты начинают приобретаться, то есть люди на них обращают внимание, и дай бог, чтобы они давали такие же хорошие результаты. Если мы говорим о втором аппарате, который мы поставили в санатории Карпаты, это лазер высокой интенсивности. Это аппарат, направленный на устранение острой боли, то есть болевого синдрома, опять-таки же в спортивной травме, в принципе в ортопедии, неврологии. Доброго дня. Ну що, ми в санаторії Карпати розпочинаємо постковідну реабілітацію. От нас приїхав апарат СІС суперіндуктивної магнітотерапії. Пробуємо працювати. Це у нас перший пацієнт. Вибираємо програму. І потихеньку поїхали. Отож, запрошуємо всіх відвідати санаторій Карпати. Хто бажає отримати постковідну реабілітацію, ласкаво просимо.